Но чуть вен кюга хочу кадыра рамзан динч дахи дарш тегол сюэж галач тара промыслан куаштан кило улклис дюалу ярн мех лыхач кэлия апелляцин латгам ажин ба ула ярн. Мемориал центрен киячуан кюгил хочу Черкасов Александра, киячуанан де шхочу Орлов Олега, Москварч Хельсинги тобан урхал хочу Бахмин Вячеслава. Шезерт Аясалчер Лаханбата Грозна телекомпании ночи хами программе Ночи Чуэн Кюгалху Кадыров Рамзан Гайтер интернете гул Шиен Шиегуанна Си Бяхде Чарн Люш Элдит наш даж ваш мятта зумчия здиш Халак Бабиез Боворцу Кадырон Камел Мадар Дозит редакцину Белохталомш юм апитнеш элдич ючаломш Ишуа ей не чуэк не ху пири не соуца ве имш Вачин да са аур эсэ чест سویس داده وقتی کل نه دان یه نده اونی چی تجارت باز که دان دنیا سینت اره دلچی خود دنیا میل دل زکن گل دلچ چه داده وقتی کل دکمه چه بیترو دل دوستن دلش نه دل ور عمر بیترو وقت دان هو از با خود دنیا میل دل نکزانی تی و جلو دستان نترن تو امبار قولی میدان ای از چند دان سلیت اپرستی دیر بماتی سلیت دان زکن دان میل دل زکن کنستیتوسی دموکراتی Это есть благополучие населения Дастон. Амадан еще. Вот цель благополучия населения. Истью Кадыров скайкин кэл. Ащина шегач айдан рейз боцуш интернет альвеча шатай тох цоцерш. Аферисчи, предательчи, элдитанч, шизофреникш, ухар лил вашел хумш, иш разно мастею, иш соцу ешу элер мех урхал хочу. Мемориалын хетерян ножичуа админ ба онш хешир хамш ор боч журналистчы ба улайр хоши цабизм муасқылы айдаш дахидаш денцу. Остегол мемориалу Москвач Хельсинки тобну дихарден ерталман комитетен кюгл хочин густрикин Александри Кадыров денч камилан чулацам тыл эл. Цар ножичур талман комитете дахажин ерладган. Тға үш дюхал хилир уайазин факч зи шедеш нашхар цадехна низ гуач садина элч Кадыровны югуаларын тэ төжин. Оцюған Кадыров қиырмштейсен жолты астуақ чилын батта сөәж ғалат әлтірдер адвокатын Дубровина Маринина, журналистын Милашина Еленина, Виалшон стелеттер швецавияш блогерін Абдурахманов Тумсоны, Суақ яқвейн әуір ноқчы блогер Умар Умамихан. Гезгмашы бата лычғын веген адат телеграм каналын модератор Тепсуркаев Салман сейсіз вір шишан тэхайын. Финляндияк елу ир ноқчы блогер Лымай Мусан.